А вы когда-нибудь задумывались, что ждет нас по ту сторону жизни? Свет или тьма? Мы не узнаем этого, пока не умрем. Я слышал о людях, которые умирали, но чудесным образом возвращались. И почти все они видели свет. Если спереди свет, то тогда позади нас должна быть тьма. Получается, что мы уходим из этой тьмы. Но почему эти люди не дошли до света? Об этом можно рассуждать бесконечно. На это у нас нет времени.